Всем привет, ребята, меня зовут Руслан, и это видео на 500 подписчиков. Я склеила почти все старые видео, приятного просмотра. Это мое первое видео. Там я рассказываю, какие вещи есть в шкафу у моей собаки Лёли. Там была вот такая шлейка, было еще очень много разных товаров. Например, вот этот ошейник. Тоже был очень классный. Но чтобы вам было интересно посмотреть все, просто переключите на рассортировке видео на моем канале, просто нажмите сначала старые, и вы найдете это видео, так как оно будет самым первым, ну или как бы самым последним. А это мое беременное чудо. Это йоркширский терьер Лёля. Оно было на тот момент беременно. Я снимала это видео, так как оно было у меня второе, я его сюда вставила. Вот такое у нее было огромное пузо. Нам сказали, что трещинка будет точно, но с четвертого это было как бы не точно. Сейчас вам покажу картинку с УЗИ. Вот там вот такая картинка и щеночек. А это Лёля уже родила вот таких вот милых маленьких существ. Тут родилось два мальчика и две девочки. А вот это они уже подросли, им примерно тут по полтора месяца. Они вот такие вот маленькие, хорошенькие. Игривые. А это Лёля зимой бегала по снегу после родов. У нее просто зимой очень много сил и было хорошо. А это были мои самые первые покупки из зоомагазина. Это вторые покупки из зоомагазина. Третьи. Четвертые. Еще я показываю, как научить собаку команде «Барьер». Также нам присылали посылку «Супер Дог Бокс». Видео получилось очень классно, и посылка была крутая. Еще я снимала видео «Мои питомцы». Извините за перевернутое видео. Еще совершилось чудо, которое я так долго ждала. Мне подарили собаку на день рождения. Это Миша Ньюфаундленд. Я была очень рада этому. И потом началось. Огромные покупки из зоомагазина. Кстати, на них набралось уже 11 тысяч просмотров. Видео там, как мы с Мишей гуляли в поле. Это было первое видео. Только ты, я и поле. А это было второе видео. Извините за качество, такое уж было. И еще, когда я была у подруги, мы делали гамак из пленки. Кстати, получился он достаточно клевый. Но потом его кто-то снял. Мы, конечно, расстроились, но, видимо, такая судьба была. А это я снимала видео «Все вещи моих питомцев». Также я рисовала на канале. И еще рисовала. Кстати, это я рисовала Мишу. Еще делала рунтур по клетке моей шиншиллы Шустрика. Показывала всю одежду Лёли. Показывала, какие команды Миша знает. Еще с вами ты в достаточно маленьком возрасте. Ему на тот момент было 4,5 месяца. Ну, примерно 5. Еще было видео, как я на Мишу дую воздухом. Было очень смешно, так как если на Мишу подуть воздухом, он начинает его ловить. Еще снимала 15 фактов о моей собаке Лёле. Также напишите в комментариях факт о Лёле, который должны знать почти все мои подписчики моего канала. Мне рождались золотые рыбки. Я снимала про новый корм Лёле. И еще про один новый корм Лёле. Еще мои дедушки на день рождения дарили щенка лабрадора. Также я
Также мы делали покупки для этого щенка, кстати, его зовут Рома. Еще были покупки из зоомагазина для моих животных. И еще покупки из зоомагазина. Также я показывал, как научить собаку команде сидеть. И еще как научить собаку команде Т5 и дай лапу. Еще нам приходила классная большая посылка от Glory Box для моих собак. Еще мы с Мишей играли в прятки. Также я снимала видео по породе Ньюфаундленд и все о ней рассказывала. Еще я снимала о породе йоркширский терьер. Я еще рисовала. Если хотите видео про рисование, пишите в комменты. Еще снимала тайную жизнь домашних животных. Еще делала съедобную игрушку для собаки. Снимала мои мистические истории из жизни. И да, я машу носок. Но если вы хотите узнать, что это я рассказывала, то я оставлю ссылку в описании и посмотрите это видео. Еще я делала большую перестановку в комнате. Мы заказывали новую мебель. И все было очень красиво. Еще я снимала видео про щенка Лёля, это Леона. Ей уже 1.5 года. Я делала покупки для животных из приюта, также я им еще купила попозже расчески и игрушки, но это было после этих покупок. Были новогодние покупки из зоомагазина. Также был небольшой клип про Мишу. Еще я показываю, какие команды знает Миша, но он знает сейчас намного больше команд. Если хотите узнать, какие команды, пишите в комментариях. Были, кстати, еще одни покупки из зоомагазина. И еще одни. Также я делала видео популярные породы собак. Еще снимала о корме Royal Canin. И пишите в комментариях, о каком корме вы еще хотите узнать. Также, как мы были первый раз с Мишей на выставке. Еще как мы праздновали Новый год. Также после Нового года мы с родителями летали на Кубу. Это было очень классно. Также после этого я себе купила моего сирийского хомячка Куки. Он был маленький, но сейчас он вырос. Также на 300 подписчиков я делала торт Миши. Еще мы с подругой снимали клип про меня и Мишу зимой. Если хотите еще клип, то пишите в комментариях. Еще я снимала о породе хаски. Также Миша резал лапу. Так вот выходило у нас. Но у него все сейчас зажило и все у него хорошо. Кстати, ребята, пишите в комментариях, о какой породе вы бы хотели видеть видео, чтобы я о ней рассказала. Еще Лёля съедала конфеты, которые нельзя было съедать. Также Миша исполнялся 1 годик. И я ему делала праздник. Вот. Еще я снимала о породе лабрадор ретривер и все о ней рассказывала.
Еще у меня был влог с Лёлей, док-влог. Также я отвечала на вопросы на 400 подписчиков. Еще я купила новую клетку моему хомяку, и мне очень нравится. Еще я показывала, как научить собаку выставочным командам. Мы уездили с дедушкой из Старый Оскол на выставку. Там было очень круто, мне очень все понравилось. Вот это овчарки выступают. Ну еще мы получили ЛПП. Я очень поплакала от радости. Вот, мне была такая счастливая там просто. Еще показал, какие команды знает Лёля. Также я снимала 10 фактов о собаках. Вот, в общем, ребята, если вам это видео очень понравилось, то поставь палец вверх, подпишись на мой канал, и всем пока-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